Ребята, всем привет! Вы на канале Бабушка Шошо Игры. Если хотите знать о новых, самых интересных играх Roblox, то обязательно подписывайтесь, а то пропустите все самое интересное. Вот, например, сегодня я позвала Гаргамеля, чтобы отправиться в школу магов. Да, ребята, мы будем учиться магии. Я решила, что нам с Гаргамелем просто необходимо стать хорошими магами. Для этого мы отправились в игру Wizard Simulator. Симулятор магов. Ну что ж, первая серия у нас тренировочная. Вы видите, в этой игре все написано по-русски. Поэтому, ребята, я уверена, эта игра вам очень понравится. Поэтому ссылочку на нее я оставлю в описании. А мы начинаем нашу тренировку. Итак, вот они, соломенные манекены, которых мы должны уничтожить с помощью своей магии. Давай, Гаргамель, покажи свою силу. Запусти в это соломенное чудище молнию. О, молодец, ты видишь? У тебя все получается. Давай еще раз, теперь вот это чучело. Давай, давай. Давай. Вот так вот, огненный шар. Ты можешь запустить в него огненный шар. Оп, молодец, смотри, у тебя получилось. И у меня получилось. Три удара, и его нет. О, смотрите, Гаргамель. Гаргамель получил еще один уровень магии. Теперь ты маг второго уровня. Поздравляю. Итак, а наша тренировка продолжается. Давай попробуем еще раз. Запускай. Запускай свою магию. Давай, Гаргамель, давай. Выстреливай. Оп. Ты видишь, мы с тобой молодцы. Ну что, давай еще на ком-нибудь потренируемся. Вот стоит, ждет нас. Давай, Гаргамель, я метаю в него молнию. И ты запускай в него молнию. Ох, да мы с тобой просто супер маги. Смотрите, Гаргамель опять обновляется. Теперь ты маг третьего уровня. Хо-хо, ты растешь просто не по дням, а по часам. Даже не по часам, а по минутам. Не по минутам, а по секундам. Молодец, Гаргамель. Я верю, что из тебя вырастет настоящий маг. А нам нужно вернуться вот в это место. Для того, чтобы пополнить свою ману. Мана – это такая волшебная энергия, которая позволяет нам стрелять. Стрелять в разных манекенов и чудищ. Кстати, вот сидит маленький Джон. Он будет давать нам задания. Что же нам нужно выполнить? Итак, Джон сказал, что теперь мы должны справиться вот с такими вот манекенами. Смотри, у них сабли. И ты знаешь, мне кажется, что сейчас кое-что случится. Так, ой, я как-то опасаюсь. Давай попробуем в него стрельнуть. Итак, да, он может бегать за нами. Он может с нами сражаться. А, Гаргамель, беги, беги. Сейчас я тебя спасу, Гаргамель. Ну, убегай, убегай, Гаргамель. О, хорошо, что моя молния его разбила, Гаргамель. Ну, ты старайся как-то защищаться от них. Если не можешь защищаться, хотя бы убегай. Мы с тобой в одной команде. О, смотри, смотри, он опять вернулся. Давай, защищай меня, Гаргамель, защищай меня. О, давай, Гаргамель, стреляй в него, стреляй в него. О, у меня недостаточно маны. У меня закончилась волшебная энергия. А, я возвращаюсь домой. Фух. Гаргамель, ты видишь, как важна эта мана. Как важна волшебная энергия. Если ее нет, мы не можем сражаться. Фух, ну мы пополнили свою ману. Теперь давай вернемся к этим бегающим манекенам. Да, это немножко страшненько. Но что поделать, мы с тобой маги. Мы с тобой должны быть смелыми, Гаргамель. Вперед, беги за мной, Гаргамель. Сейчас нам нужно победить вот этих лучников. Смотри, они могут у нас стрелять из лука. Так, сейчас я буду на него нападать. Он начнет в меня стрелять. А ты, Гаргамель, атакуй его, атакуй. Смотри, смотри, он охотится за мной. Давай, Гаргамель, стреляй в него своими волшебными шарами. Давай, Гаргамель, давай, маг. Давай, маг, Гаргамель. Так, так, еще чуть-чуть, еще. Смотри, какой он сильный. Ну или наши шары не такие мощные, как хотелось бы. Давай, Гаргамель, давай, давай, стреляй, стреляй. Ну, давай еще разочек, у него уже жизнь заканчивается. Еще, еще, давай, мы его победим. Давай, давай, Гаргамель, стреляй, молодец. Молодец, Гаргамель, ура, мы победили лучника. Это наш первый лучник. Ху-ху. Здорово, здорово, но да, это было не так просто. Что же можно с этим сделать? Давай отправимся домой. Так как мы с Гаргамелем подкопили немножко денег в наших тренировках, то мы купили вот такие кристаллы. Что это нам дает? Это дает нам больше маны. Смотрите, у нас было мана 18, а теперь 74. Это значит, что мы можем сражаться теперь дольше и сильнее. А еще я купила новый посох. Видите, у меня теперь новый посох, и я теперь стала очень сильная. Давай, Гаргамель. А, вы... а смотрите, на Гаргамеля напал манекен. Ох, соломенный ты человек. А у меня новый уровень. Поздравьте, я маг 8 уровня. Да, ну мне понравился мой новый посох, мне понравился наш кристалл, потому что мы так быстро смогли справиться со стрелками, что теперь маленький Джо отправил нас на борьбу с магами. Вот эти маги, смотрите, они теперь тоже могут пулять в нас магические шары. А-а-а, Гаргамель, давай, давай.
Все, мы его повергли. Ура, ура, ребята, мне это нравится. Мне эта игра очень нравится. У нас с Гаргамелем все неплохо получается. Итак, мы вернулись в дом, чтобы заполнить свою ману. Мы потренировались. И что теперь нам скажет маленький Джон? Эй, Джон, что нам делать? Ой-ой. Так как мы прошли тренировку успешно, он отправляет нас на последнюю битву. Если мы сможем справиться с королем манекенов, то нам откроются новые миры. Новые волшебные миры. Гаргамель, ты как, готов? Да, бабушка, я готов. Ну давай сначала зайдем в магазин, посмотрим, что еще мы тут можем взять. Все-таки мы отправляемся на очень серьезную битву. Король манекенов. Я, пожалуй, прикуплю вот эту книгу, магическую книгу. Смотрите, она дает мне еще больше маны. Это значит, что я стала еще сильнее, ребята. Здорово! Итак, Гаргамель, отправляемся на битву с королем манекенов. Я уже прям чувствую, что мы такие настоящие маги. Да, зло теперь, пожалуй, нам не страшно. Смотрите, здесь есть магазины питомцев и сундучки. О, смотрите, здесь тоже есть редкие, очень редкие, легендарные. Давайте купим сундучок. В Adopt Me мы покупаем яйца, чтобы вылупить питомцев. А тут нужно покупать сундучки. Интересно, какие же питомцы в мире магов? Редкий манекен-маг. Здорово. О, тут не такие питомцы, как в Adopt Me. Совсем другие. Давайте еще один купим. Мне так интересно, кто же тут выпрыгнет. Волк. У меня редкий черный волк. Вот это да, ребята. Гаргамель, а ты кого купил? Я купила себе волка. Давайте достанем волка. И посмотрим, как он будет выглядеть. Так, или манекена взять. Так, нет, пожалуй, я возьму волка. Вот, волк, ну, вот это волк. Честно говоря, он мне напоминает какую-то большую черную пантеру. Но в магическом мире это волк. О, а у Гаргамеля манекен-маг. Манекен-маг. Ну, Гаргамель, вы смотритесь просто как друзья с ним. Очень хорошо смотритесь. Да, здесь такие интересные питомцы. И, кстати, они нам очень сильно помогут, потому что они тоже магические. Они тоже будут участвовать в сражениях. Надеюсь, что они помогут нам быстренько справиться с королем манекенов. Ты знаешь, главное, чтобы на нас тут никто не напал из его охранников, из него стражников. Вот-вот, за нами гонится один. Давай, давай, Гаргамель, давай, помогай, помогай. Фух, я сама смогла с ним справиться. Ладно, Гаргамель, побереги силы для короля. Итак, вы уверены, что хотите сразиться с королем? Да, мы уверены. Итак, мы прибыли в его замок. Смотрите, вот он! Соломенный король манекенов! Так, что он умеет? Он умеет летать! Смотрите, у него топор, он нападает на нас! Он умеет прятаться за сеном! Да, битва будет непростой! Давай, Гаргамель, давай, мне одной не справиться! Помогай, помогай! Гаргамель, давай, стреляй! Молодец, молодец, Гаргамель! И мой волк молодец! Волк тоже его кусает, смотрите! Оп, оп, видите, за ногу его хватает! Какой молодец мой питомец! Да, если мы выиграем эту битву, то, пожалуйста, с этого дня зовите меня маг-бабушка Шошо. Потому что только настоящий маг сможет победить короля манекенов. Ой, смотрите, какой он проворный. Летает, топором машет. Ой, мой бесстрашный волк, пожалуйста, обереги себя. Так, давай, Гаргамель, запускай в него свою молнию, свой огненный шар. Ох, как он неожиданно появился. Так, вот, мы его отбросили назад. Давай, давай, мы его атакуем. Ребята, у меня мана заканчивается. Неужели мы не одолеем его? Гаргамель, у меня мана заканчивается. Я больше не могу в него стрелять. Может быть, один всего лишь раз. Может быть, два. Гаргамель, пожалуйста, вся надежда на тебя. Давай, друг, помогай, друг. Мы должны его победить. Ура, мы победили, Гаргамель, мы молодцы. У-ху, ребята. Смотрите, красная молния разблокирована. Интересно, что бы это значило? Гаргамель, я поздравляю тебя! Ты настоящий маг! Мне с тобой теперь не страшно. Победим любое зло! Кстати, видишь, открылся какой-то портал. И мне интересно посмотреть, за победу короля манекенов нам дали красную молнию. Это редкое заклинание. Теперь я могу пускать красные молнии прямо из рук. Давай попробуем. О, представляешь, с одного удара манекен исчезает. Вот это я сильная! Вот это мы маги! Ох, молодец, Гаргамель! Ну что, давай отправимся в портал, посмотрим, куда мы попадем. Итак, нам открылся другой мир. Смотри, магический колодец, магазины. Здорово, давай посмотрим, что же тут интересного. О, скелетик!
А это уже большой Тони. Нас тренировал маленький Тони, а теперь мы встретились с большим Тони. Ой, у него тортик и одна свечка. Это что значит, что ты тут сидишь уже целый год? О, Тони, Тони. Ребята, я знаю, вы хотите стать магами. Поэтому отправляйтесь в пещеру новичков и убейте 8 зеленых слизней. Фу, слизни? Ребята, чтобы пойти на борьбу со слизнями, пожалуй, заглянем в магазин. Давай, Гаргамель, прикупим какие-нибудь новые посохи. Денег мне хватает только на вот этот обычный посох за 1800. Но он гораздо сильнее того посоха, который у меня уже есть. Все, покупаю посох и... Друзья, и отправляемся на борьбу с зелеными слизнями. Фу, какая гадость. Итак, Гаргамель, о, ты тоже купил такой посох, молодец. Ребята, скорее подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить нашу битву со слизнями и другими неприятными существами. Но мы-то с вами маги, мы все преодолеем. А сейчас ставь магический жирненький лайк и отправляйся в эту игру. Тренируйся, чтобы стать великим магом. Жми на картинку, жми на картинку, на картинку жми, на картинку жми.